Здравствуйте, дорогие друзья. 102-й псалом. Ну, первое, что всегда пишут об этом псалме, он в час битвы предназначен для человека. Когда человек выходит на войну, когда у него какое-то столкновение, читается этот псалом. И все же большинство комментариев говорит, что он подходит для при родах роженицы, при тяжелых родах, при бесплодии, при вот связанных с такими вопросами. Это 102-й псалом как раз считается идеальным. Говорится вообще в этом псалме о том, что срок прихода Машеха установлен Богом, вне зависимости, будет ли там мы достойны или нет, но приблизить срок в наших силах, то есть это очень важно. Еще раз повторяю, женщина, которая не может иметь детей, написано читать этот псалом. Для укрепления памяти написано, что особенно сосредоточиться на 13-м пасуке, что восседать ты будешь, что рода в рот и память о тебе. То есть написано, что каким-то образом это действует очень хорошо и на память. Вообще, самое великое написали мудрецы в толковании к этому псалму, слава Всевышнего, что человек живет вот на этой земле, не приписывает себе никаких заслуг и всегда принимается его молитва. И это великая слава, что он принимает, вот, он слышит маленького человека. И написано, что 102-й псалом именно помогает вот как бы пройти и молитвам нашим подняться к самому верху и дойти до престола Всевышнего. Что еще? Как учил великий каббалист Аризаль, что для того, чтобы стать последним поколением перед приходом Машеха, я думаю, что мы такие уже есть, надо умножить раскаяние. И вот общий путь исправления последнего поколения сказано именно вот в этом псалме. Как мы не знаем, что мы не знаем. Что пишет еще? Говорится о том, что Давид надеялся только на Бога. И вот в этом псалме есть какие-то такие тайны, которых мы не знаем. Они заключены в словах «Ле ани ки атов», то есть «бедный, что окутан». Поэтому, читая псалом, хорошо сосредоточиться на этих словах. Что еще? Для избавления от страданий, когда у человека, опять мы уже говорили, какое-то такое страдание, надо с каваной прочитать этот псалом. Для зачатия ребенка написано очень хороший этот псалом. И для отмены плохих приговоров, которые иногда бывают, не дай бог, наверху. Читают этот псалом, поэтому он имеет силу спасать и отменять плохие приговоры. Вот браха ва ацлаха, все, что у нас по 102-му.